В России ожидается аномально теплая середина октября. По словам синоптиков, температура выше климатической нормы установится во второй декаде текущего месяца. По всей стране ожидается сухая и теплая погода. В Дагестане тепло будет до самого конца октября. Днем максимальная температура плюс 23, но в горах будет заметно прохладнее, плюс 4, плюс 5 днем и легкий мороз по ночам во второй половине октября. Осадки тоже ожидаются в пределах нормы.